Доброго времени суток. То есть много люблю гулять по лесу, значит, и то есть люблю гулять. И вот вижу людей постоянно в лесу, которые на себе там таскают там топоры, бензопилы, там рок-н-лаунчеры, вилы, там и так далее. То есть много на себе таскают. С другой стороны, когда на машине поехал, ну и хрен с ней, с той бензопилой, ну пусть лежит там 5 лишних килограмм, ну просто. Вот, а я как-то вот привык гулять, что там только я там, товарищ, там, еды пошли. Вот, поэтому как-то вот лишнего барахла с собой не таскаю. Поэтому как-то вот так вот получилось, что мачете. Мачете, значит, обычная, народная бразильская трамотина, не знаю, как правильно, фабрики. Товарищи Барбосы нашего любимого, все смотрели там эти пираты. Вот, то есть, не знаю сколько, грамм 300. Вот. Она полностью заменяет топор лесу. Потому что, ну, у нас не печка, у нас костер. Сложили звездочкой полежки, подожгли, все, они всю ночь горят, ты там их краешь, сдвигаешь, все, оно работает. То есть для чего надо? То есть надо взять кусок валежин, его отрубить, стащить в лагерь. Все, больше ни для чего не надо. Там что-то, веточку какую-то зачистить, там рогульку для костра, там палку для шатра. Все, не надо топор. Топор в лесу не нужен на самом деле сейчас, если ты не собираешься ставить сруб там, не знаю, там заимку лесную тайну, там блиндаж, там все. Ну, вот. А то, что рубит она хорошо, тут как бы я просто покажу. Тут у нас полежка есть, березовая, сыроватенькая. Вот. Завершающий аккорд. Вот, то есть никакой компьютерной графики. Вот, чисто мачете. Да, наверное, топором было бы быстрее. Наверное, там целых 10 секунд я бы, наверное, сэкономил там, или 15. Но у мачете есть очень важный плюс перед топором. Она, ей не надо целиться. То есть топор у нас узкий сектор. Раз, два по полену, раз, два по колену. То есть все слышали детский стишок. Здесь целиться не надо. Вот. Примерным кончиком, примерно куда-то попали. Все. Все. Вот. Минус перед топором тоже ровно один. Нельзя забить колышек. То есть если надо там вбить кол и на него оттяжку там, и что-то там, шатер, штормовой ветер, там все пятнадцать. Не получится. Надо будет вырубать колотушку из дерева, то есть какое-то время мы на это потратим. Все, все остальное, 300 грамм металла. Кстати, это вот мачете вообще, она коротковатенькая для ладошки. В идеале должно быть хотя бы 3. Вот, это детская мачете, как дочка моего знакомого говорит. Вот. Так что вот такие дела. Всем советую попробовать, взять у кого-то на прокат, поиграться. Вот, и оставить топор там плотникам каким-нибудь, пусть они там срубы, там, блиндажи строят. Вот. Как-то так.